В нашем лечебном учреждении госпитализировано порядка 1253 пациентов. Выполнено 303 оперативных вмешательства, из них 23 по высокотехнологической медицинской помощи. Через поликлинику прошли порядка 2000 пациентов, а дистанционно льготных рецептов выписано за апрель месяц 75. Мы оказываем помощь только по заболеванию, оказываем неотложную помощь и экстренную помощь оказывают лечебные учреждения. Все плановые, даже хирургические вмешательства, которые можно отложить, и они не отразятся на жизни и здоровье пациента, мы все перенесем на тот период, когда закончится не вот этот период. Те пациенты, которых заболевание не позволяет откладывать, будем так говорить, на более поздний период какие-либо мероприятия, связанные с его здоровьем, это все будет проведено вовремя и в срок по тем показаниям, которые сегодня существуют.